Мнение российского эксперта Григория Трофимчука. Баку и Анкара напоминают Москве о новом раскладе в Карабахской зоне. Ереван в данном случае уже не играет для Азербайджана особой роли, и вся эта демонстрация явно не для него. России стоило бы больше обращать внимание на происходящее, так как и она тоже должна иметь четкое понимание послевоенных процессов в регионе, а не пускать их на самотек. Иначе логичным математическим путем после второй войны может возникнуть третья, и предпосылки все уже видят. Тем более, что на днях официальные лица Баку четко обозначили моменты, вызывающие вопросы. Со стороны хорошо видно, что азербайджанская сторона находит все новые и новые способы послать сигнал Москве, и они уже идут друг за другом, без пауз. Москва их регистрирует, не более того, так как сделать более того, что уже сделано, она вряд ли может. Потому что Армения по определению не может стать для России врагом, а сама Россия не может создавать своими руками условия для новой войны, когда она сама уже будет вынуждена вступить в боевые действия, считает политолог.